тоғыз, он екі қабатты үйлер. Прям бір ықшам аудан. И Қарағанда, где-то бірінші очередте 560 шаршы метр, екінші 9800 шаршы метр береміз. Где-то микрорайондарда, где-то 1,5 миллиондай, сол Наурызбай ауданда, көп қабатты үйлер салынғанда, 1,5 миллиондай шаршы метр салынады. Ол алып қамтиды, алдыда ол. Рахмет, соңғы осы қазір хабар көрерменіміз қабылдайық. Кеш жарық. Мен енді үлкен бір өтініш, біздің Алматы деген әсем, сұлу, айтары жоқ. Алатаудың лүпілдеген жүрегінде орналасқан қала, бірақ барлығымыздың маңдайымызға батады оны. Қыстай, жаздай кептеліс. Ол кептелістен шыққан түтіннің елдің ағзасына зияндығы. Өтінеміз, өтінеміз. Мынау біздің метроны ең болмаса қалқаманға жетпесеңіздер. Тұрғын ықпал жасасаңыздар, халқымыздың бір мұрындық азаматысыз, Мәди мырза. Мына қалқаманға жетсе, ең болмаса автобус кеміреді, жекеменшік машиналар жүруі азаяр еді. Метроны қалқаманға жеткізуді сұрағыңызды түсіндік. Қалқаман ықшам ауданына қарай мына метро жалпы қашан Мәскеу және Сайран іске қосылады деп отырмын? Осы жылдың аяғына дейін іске қосылу керек. Содан кейін жоспар бойынша ол Абай бойынша көшемен өту керек. И бәрі жоба бойынша жүзеге асады, ал қалқаман ықшам ауданына қай уақыттарда метро жетуі мүмкін, сол салынады ақырында, қай жылдарға көзделген? Қарағанда осы 15-те ма, 16 ма, 17 ма? 15, план 17-20 жылдарында. А, 17-20 жылдарға қарай дейсіз ғой. Ол жұмыстар ауыр ғой, жердің астында қанша қазу керек, қазу керек, қанша жұмыс жасау керек, оған бірінші құжаттар дайындау керек, соның астынан қорытынды алып, бәрі келістіріп, бәрілерін жасап. Болашақта 2017-2020 жылдарға қарай соған жоспарланып, пландарымызда бар. Бадир Жангельдиевич, программа «Нұрлы жол» какие возможности, перспективы открывает перед нами? Программа «Нұрлы жол. Путь будущего» – это программа президента. И согласно программе президента нашего, Нурсултана Абишевича Назарбаева, до 2020 года, это первый стадий проекта в рамках, это, если говорить, арендное жилье по городу Алматы, строительство арендного жилья через программу АО «КИК» – Казахстанской ипотечной компании. За это время до 2015 по 2020 годы, согласно программе «Нұрлы жол. Путь будущего», по городу Алматы планируется построить порядка 250 тысяч квадратных метров. Для реализации этой программы акиматом города Алматы, также управлением строительства, выделены земельные участки порядка 85,5 гектаров. С выходом жилья 426 тысяч квадратных метров, что составляет 7470 квартир. Это в первую очередь программа «Нұрлы жол. Путь будущего» дает развитие, большое развитие строительной отрасли по программе строительства по всему региону Казахстана. А строительство, вы как знаете, это отрасль, которая сейчас в настоящее время развивается. Это даст, в свою очередь, мультипликативный большой эффект полностью экономики Казахстана. Если говорить прямо, то на одно рабочее место в строительной отрасли задействовано, еще задействуется порядка 5-7 человек касательно строительной отрасли. Это начиная с производства строительных материалов и заканчивая уже конечной строительной продукцией, уже строительной индустрией. Так что эта программа, на самом деле, путь будущего, это перспективная программа. Также хочу сказать, что это, наверное, на самом деле, благодаря программе президента нашей республики, также проводимой курсу, и также, наверное, наш акиму нашему, Ахмеджан Смагуловичу Исимову, это мы выступаем. В первую очередь, город Алматы, мы являемся как финансовым, экономическим центром Республики Казахстан.
Мы хотим по этой программе, Алматы инициировала, что мы можем увеличить объем водожилья по городу Алматы до 460 тысяч квадратных метров. Что это порядка даст с выходом квартир, если говорить, это порядка 8 тысяч квартир. Это также у нас в городе порядка 17,5 тысяч очередников. Так что можно сказать, по этой программе мы закроем половину очередников, стоящих в очереди. Хорошие перспективы. Это очень большие, серьезные перспективы. Бадижан Гердеевич, у нас зритель присоединился к нашему разговору. Давайте дадим ему возможность задать свой вопрос. Добрый вечер, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вот спросить. Поселок Теректы, Казмис. Там не садика, не школы, новый район, вот коттеджи, который напротив Калкамана. Да. Дети в школу куда пойдут? Спасибо за вопрос. Поселок Теректы, это он сейчас был в Алматинской области, сейчас относится к присоединенному району Новозбайскому, новому району. Мы в поселке Теректы, там на самом деле есть дефицит школьных мест, так дошкольного. Мы планируем в перспективах 2015-2017 годов, в годы, в настоящее время у нас документы находятся, разрабатывается проектно-сметная документация и на строительство школы и двух детских садов. Вот, в районе поселок Теректы. Это присоединенный район. Там на самом деле будем развивать Розбайский район. Так что в планах стоит. Я вот не могу сказать, что в какую школу. Главное, что под контролем и есть в планах развития этого. На самом деле, да, проводится большая работа акиматом города Алматы в части предоставления, чтобы мы Алматы, как я уже повторюсь, мы являемся финансовый, экономический центр, южная столица. И для жителей города Алматы создаем все условия для комфортного проживания. У нас еще один телезритель хочет задать свой вопрос. Давайте выслушаем. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Слышите меня? Здравствуйте. Да, слышим, говорите. А, господин Атарбаев, вопрос. От улицы Стайна по Джандосова до микрорайона Калкаман будет расширяться эта улица Джандосова? Угу. Первый вопрос. И второй вопрос. Там у нас тяжело с водой, Ясови Джандосова. Когда планируете сделать центральное водоснабжение в этом районе Джандосова-Ясови? Спасибо. Спасибо за вопросы. Будут ли расширяться улица и водоснабжение? На самом деле, эта улица, это вопрос, как находится в компетенции управления автомобильных дорог. Наверное, в связи с тем, что тот район как мы говорили, Абая будет пробиваться в сторону Калкамана. Также в перспективе Шаляпина улица. В планах есть работа есть, по этим направлениям, просто не ваша, не ваша компетенция. Я сейчас точно не могу сказать. А так, по инженерной инфраструктуре, тот район рядом уже, новый район, там уже граница проходила города Алматы и Алматинской области, тот район полностью будет обеспечен инженерно-коммуникационной инфраструктурой. Будут подводиться, сейчас в настоящее время проводится большая работа по развитию, по замене, по расширению магистральных инженерных сетей. И еще один зритель к нам присоединился. Давайте его тоже выслушаем. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, у меня первый вопрос. По микрорайону Алгабас, новый Алатауский район, нам нужны поликлиники. У нас нет вообще поликлиники. Второй вопрос насчет автостоянки. Здесь жители уже почти весь микрорайон, но некуда ставят автомашины. У всех сейчас автомашины, сами знаете. Спасибо большое. Спасибо. Будьте добры. Бадижан Гергиевич. По поводу микрорайона Алгабас, это
новый район Алгабас, южно-северный. Там мы построили там порядка, сейчас в настоящее время уже 75 домов построено. В перспективе еще завершаются где-то порядка, еще порядка 10 домов, там жилой микрорайон. В настоящее время там строится поликлиника на 500 мест в микрорайоне Алгабас. Инфраструктура там вот развивается, там детский сад построен, есть одна школа. Дальше в перспективе у нас уже проводится сейчас разработка проектно-сметной документации на строительство школы. Так что объект будет, микрорайон будет обеспечен полностью социально объектами обслуживания населения. Поликлиника будет, в этом году введена будет поликлиника, завершена на 500 мест, будет в Алгабасе. По поводу парковочных мест, там в Алгабасе у нас дома строились, это по программе «Доступное жилье 2020». Там это для очередников, арендное жилье с правом выкупа, для молодых семей, для участников. И мы в первую очередь там предусматривали жилье, и также там есть парковочные места возле каждого дома. Ну, в дальнейшем, как бы, есть, да, дефицит автостоянок существует. Вот сейчас у нас разрабатывается, вот, начинает, уже действует и юридическое обоснование. Мы сейчас изыскиваем по ГЧП, государственное частное партнерство, с инвесторами по строительству, ну, автопарковок. Вот. На самом деле это, ну, как вопрос решается. Ну, будет решаться. То есть благоустройство района продолжается, район еще не закончен. Все нужные работы будут. Там развитие идет, строятся инженерные сети полностью. И в перспективе благоустройства, создание еще дополнительных парковочных мест. Потому что я знаю эту... Работа в процессе, этим словом. Мы должны продолжить. Алин, біз биылғы мына тендерге тоқтала кетсеңіз, жалпы мына кәсіпкерлер қандай бағытқа назар аударған дұрыс? Әлеуметтік нысандарға ма, әлде тұрғын үйге ма? Мектеп, балабақша, әлде тұрғын үй салма? Қайсысы қарқындырақ жүретін болады? Қайсына ақша құюға мүмкіндік болады? Жаңағы сеп болып, көмек болып? Жоспар бойынша біз осы жылда Алматыда осы 2014-2015 жылдар біз 155 көп қабатты үй салынып бастадық. Осы 2014 жылда біз 55 үй тапсырылдық. Қазір осы жылда 85 тұрғын үй салынып бітіреміз, тапсырамыз. Екіншінші осы квартал 2015 жылда. Сонан кейін осы жылда, мен айттым уже, 2004 жылдан бастап балабақшалар бітіреміз. Бірінші кварталда, екінші кварталда салынып. Сонан кейін бір-екі, біздің 2014 пен 2015 жылға қалған жоспар бойынша бір-екі поликлиника салынып жатыр. Бір жас қанат деген шамауданда, Түрксіб ауданында 200 орындық. Сонан кейін мен айтқан бойынша Алғабаста 500 орындық поликлиника салынып жатыр. Демек, түсінгенім, әлеуметтік нысандарды, балабақша болсын, кез келген тұрғын үй болсын, тепе-теңдік дәрежеде өсіп отырады ғой, құрылысының саны қарқыны. Демек, екі жаққа да ақша қоюға, болмаса бизнеспен айналысуға мүмкіндігі бар. Рахмет, хабарласқан көрермен бар екен, кеш жарық. Саламатсыз ба? Алло. Иә, тыңдап отырмыз, айта беріңіз сұрағыңызды. Апорттың артындағы жерден жер алған едік, босақтымыз бар, үй салған, біз документіміз енді жасалынып жатыр, әлі жасалынып кеткен жоқ. Сол жерлерді сотқа кетеді екен деген әңгімелер шығатып, сол рас екен. Сотқа кетіп жатқан жағдайда біздің үйге документіміз жоқ, босақтымыз ғана бар, ол қалай болады екен, сол жағдайын білейін деді. Қай жерде де апорт дедіңіз? Қазмес апорт, Қарасай районына қараймын. Апорт сауда орталығының артында ғой. Ол Қарасай ауданы ғой. Қарасай ауданында апорт.
қалаға кірген жоқ қой?